Пожалуй, наиболее интересные события на прошлой неделе происходили в Азербайджане. Эта республика в последнее время все чаще попадает в заголовки новостей. Связано это с тем, что в свете нарастающего ближневосточного конфликта Азербайджан попадает в сферу интересов одновременно США, Ирана, Турции, России и других региональных государств. При этом Ильхам Алиев смело включается в большую геополитическую игру, надеясь поймать свою рыбку в мутном омуте. Однако, как известно, желание съесть рыбку не всегда совместимо с желанием остаться на берегу. Вот и теперь лодка Алиева предсказуемо накренилась, изрядно черпнув воды бортом. 1 марта в азербайджанском городе Губа вспыхнуло многотысячное восстание, которое при ближайшем рассмотрении оказалось уж больно похожим на классический вариант арабской весны. Восстановим хронику событий, чтобы разобраться в произошедшем. Беспорядки в городе Губа начались с митинга у здания исполнительной власти. Люди пришли высказать свое недовольство заявлениями главы местной исполнительной власти Рауфа Хабибова и потребовать его немедленной отставки. Чиновник в своем видеообращении обвинил губинцев в продажности и предательстве, сказав, что те продают свои земли за бесценок. Когда количество участников акции протестов достигло нескольких тысяч человек, Хабибов вышел к людям и попросил извинения, чем вызвал еще большую волну негодования и был закидан яйцами. Далее разъяренная толпа, прорвав полицейское оцепление, ворвалась в здание администрации, где учинила погром и подожгла несколько помещений. После этого люди отправились к дому Хабибова и сожгли особняк вместе с гаражом и вспомогательными строениями. В город были стянуты внутренние войска, введена бронетехника. К вечеру волнения прекратились. В ходе беспорядков получили ранения 4 человека, среди которых 3 полицейских. В этой истории есть 3 любопытных момента. Первый – это реакция властей на события. Долгое время азербайджанская власть отказывалась признавать факт наличия мятежа, официально признав его только тогда, когда скрыть происшествие было уже невозможно. При этом азербайджанское руководство поспешило горячо заверить общественность, что данный инцидент не имеет ничего общего с так называемой «арабской весной». Поспешило заверить так горячо, что лишь укрепило общественность в сомнениях. При этом Алиев поспешил удовлетворить требования протестующих и немедленно уволил Хабибова, а также освободил всех задержанных участников акции. Такая реакция – свидетельство серьезных опасений руководства относительно возможности весны в республике. Для сравнения, аналогичный мятеж в казахстанском городе Жана-Азен в конце прошлого года был подавлен куда более решительно, а его зачинщики понесли серьезное наказание. Второй момент – это реакция оппозиции, которая, напротив, фактически уравняла события в Губе с арабскими восстаниями последнего времени. Так, Общественная палата Азербайджана заявила, что происходящее – результат антинародной политики властей. Происходящие события доказывают, что Азербайджан более не может управляться прежними методами. Требования сегодняшнего дня являются коренные реформы в социальной и экономической областях, отмечено в заявлении. Стоит ли удивляться тому, что с началом волнений в сети мгновенно появились многочисленные лозунги с призывом продолжить восстание в Баку и других городах страны? По большому счету, нет ничего необычного в том, что и оппозиция, и правительство выразили такую точку зрения на происходящие события. И не стоит лишь на основе этих заявлений делать окончательные выводы. Однако в истории есть третий любопытный момент. Оскорбившее губинцев обращение Хабибова было сделано в ноябре прошлого года. Как заявление трехмесячной давности смогло вывести на улицы 10 тысяч человек? И почему это произошло именно сейчас? Ответ на эти вопросы делает ситуацию еще более ясной. Накануне акции протеста ролик с записью стал активно распространяться в социальных сетях. Таким образом, факт провокации налицо, а метод, которым она была произведена, является классическим приемом твиттер-революции, обкатанным на площадях Египта, Туниса и Ливии. Кстати, власти Азербайджана признали тот факт, что в толпе митингующих действовали провокаторы и зачинщики. Стоит добавить и то, что основное население города Губа – лезгины, народ своенравный и знаменитый своими революционными порывами. Лучшую почву для инициации волнений в Азербайджане трудно представить. Мы уделяем такое внимание событиям в Азербайджане, потому что дестабилизация обстановки там способна мгновенно разжечь костер по всему Кавказу, а значит напрямую затрагивает интересы нашей страны. Пока что преждевременно утверждать, что вспыхнувший в Азербайджане мятеж является частью запланированного арабского сценария, и говорить о том, кто является его инициатором.
Им с разной степенью вероятности могли бы стать и США, и Иран, и Турция, и даже Россия. Дадим лишь несколько важных фактов для самостоятельного осмысления. Накануне волнений в Губе в российскую прессу просочилась информация о том, что Азербайджан увеличил стоимость аренды Габалинской РЛС для России в 40 раз, запросив 300 миллионов долларов в год. Такое требование равносильно указанию на дверь. В российском военном ведомстве уточнили, что не будут платить такую сумму и скорее покинут военную базу. При этом очевидно, что наше место моментально займут США, давно желающие расширить свое военное присутствие в республике, граничащей с Ираном. Но наиболее показательно то, кто именно рванул в Азербайджан сразу после событий в Губе. Уже 2 числа в гости к Алиеву прибыл эмир Катара шейх Хамад бен Халиф аль-Тани. Вместе с ним прилетел представитель Министерства обороны Великобритании. Затем Алиеву нанес визит представитель НАТО Дэвид Теундроу. А последним в очереди посетителей значится президент Грузии Михаил Саакашвили. Ситуация в Азербайджане стремительно ухудшается. И Алиеву будет крайне непросто найти баланс между интересами столь могущественных сторон. Наша же задача еще сложнее – не допустить эскалации напряженности у своих границ и не потерять влияние в регионе. Как будут развиваться события дальше, узнаете в следующих выпусках.